И снова здравствуйте, экстра приветов. Попросили специально заснять отдельное видео приветов. У меня их немножко совсем накопилось. Я даже не особо их переписывала на бумажку. Я просто почитаю. У меня тут слегка такой черновик, или можете считать, что шпаргалка. Я думаю, не особо вы обидитесь, если я вам не покажу картинку с зеленой пастой с приветами, потому что у меня тут еще всякие записи. В общем, приветы. Анастасия Лямина, привет тебе. Я очень рада, что ты моя подписчица и смотришь мои видео, да? Салтанат Амирова, привет тебе, я надеюсь, что произнесла правильно твое имя, ну, в плане ударения. Анастасия Зинчук, привет тебе, мне очень нравятся твои комментарии и общаться с тобой на канале. Игнат Колесников, привет тебе, удалять канал я не буду, как бы ты ни старался, и как бы ты со своим приятелем не писал мне комментарии, хотя я твоего приятеля забанила ВКонтакте, а доступ к альбому ограничила в плане комментариев. Кстати, спасибо большое, благодаря тебе я узнала, что у меня настройки на интеграции фотографий с Инстаграм ВКонтакт несколько были более открыты, чем нужно. И последний привет. Оля Красивая, привет тебе. Я рада, что вы все меня смотрите, даже если некоторые из вас подписаны на меня, лишь бы писать всякие гадости в комментарии, это все равно какое-то внимание, и вы тратите свое время не на себя самих или на что-то то, что вам более нужно, допустим, или на прогулку по летнему лету на улице или еще чем-то такое, а на просмотр моего канала. В общем, большое спасибо за просмотр, за ваше внимание, за ваши комментарии, какими бы они ни были, за ваши лайки и дизлайки, ну и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!